давних времен живет на нашей земле искусство народа. Искусство древнее и вечное, как сама жизнь. В этом киножурнале мы расскажем об участниках республиканского смотра самодеятельных коллективов, посвященного столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 50-летию Советской Карелии. Далеко за пределами деревни Спасская Губа известны песни Петровского народного хора. Лауреат республиканских и всероссийского смотров, народный хор – частый гость домов культуры, концертных площадок, Петрозаводской студии телевидения. Звучат над Карелией песни, веселые и задумчивые, печальные и радостные, и новые песни рождаются рядом со старыми. Росень краса упала на темные леса, на луга зеленые, на травы шелковые. Похоже на плач. Старинная росонька в исполнении вепского хора из Шелт-Озера. Ее поют вепсы, представители небольшой, в прошлом обреченной на вымирание народности. Недавно «Ленинская правда» попросила своих читателей ответить на вопрос, какие перемены произошли за последнее время в вашем селе, городе, районе. Один из первых откликов пришел из Прионежского района и назывался «Новая жизнь Шелт-Озера». Поэзия старины и размах сегодняшнего дня, прошлое и настоящее нашего края. В республиканском смотре участвуют также самодеятельные художники, мастера прикладного искусства, фотолюбители. Выставка их работ открылась в Государственном музее изобразительных искусств в Петрозаводске. На выставке представлена и Сартовальская студия самодеятельных художников. Уже более 14 лет собираются по вечерам студийцы. И неважно, кто ты, маляр или студентка, работник мебельно-лыжного комбината или... Важно, что в тебе живет любовь к прекрасному. У студийцев есть даже общая собственность – музей. Им, как младшим братьям по кисти, подарили свои работы Рокуэлл Кент, Кукрыниксы, а также многие художники республики.
За цикл песен о Карелии на соискание премии Комсомола Республики выдвинут участник смотра, самодеятельный композитор Николай Мишуков. Герои его песен – рыбаки и строители, лесорубы, рабочие, полеводы. Те, о которых говорил Владимир Ильич Ленин в беседе с председателем Карельской трудовой коммуны Гюлингом. Я верю в их будущее. Я верю в их будущее. Это и о студентах Петрозаводского университета, которые исполняют новую песню Мишукова. Я верю в их будущее. Это и о плотниках, каменщиках, рабочих промышленных предприятий. Это и о тех, которые станут ими, о молодых девушках и юношах. Все они учащиеся профессионально-технических училищ Петрозаводска и участники самодеятельного ансамбля «Руна». Времен живет на нашей земле искусство народа, искусство древнее и вечное, как сама жизнь.